Добрый день, меня зовут Файк Шорти Алиев, и я хотел вам рассказать о базовом курсе киберспортсмена по дисциплине Лига Легенд. Киберспорт — это целый новый мир, а вовсе не тренд, который скоро пройдет. И поверьте мне, лучше в него погрузиться, потому что мир этот бесконечно интересен. Я хотел бы особое внимание уделить игре Лига Легенд, которая существует уже 11 лет и, тем не менее, не становится от этого менее интересной. Чемпионаты проходят каждый год, набирают все больше зрителей, и сама по себе игра уже даже на момент выхода, наверное, станет еще более глубокой, потому что на данный момент там больше 150 героев, но я думаю, что пока я закончу записывать это видео, там уже будет где-то около 160. Лига Легенд — это игра, которая захватила меня с самого начала, и я продолжаю оставаться в ней. Я работал тренером, работал аналитиком, работал ведущим, работал комментатором, и я не думаю, что я собираюсь прекратить, даже если на этом будет настаивать моя жена. Лига Легенд — это потрясающая вещь, и поверьте мне, если вы еще не заинтересовались таким жанром, как моба, у вас еще все впереди. В рамках нашего курса мы расскажем вам все, что вам нужно знать по Лиге Легенд. От микро до макро. Микро — это управление вашим персонажем, индивидуальный отыгрыш и ваша так называемая механика. И макро — это ваши командные стратегии. Мы разберем, как можно научиться играть лучше и как доходить до самых вершин киберспорта для того, чтобы потом уже соревноваться с самыми лучшими киберспортсменами. Также для новичков у нас будет особый бонус. Как заставить ваших родителей уважать ваше увлечение Лигой Легенд. Мы будем поступать так, как это сделал я. Научим ваших родителей играть в Лигу Легенд. Записывайтесь на наш курс, рассказывайте об этом друзьям, поверьте мне, будет очень горячо.